Дорогие мои, во-первых, школа рока – это прекрасная школа жизни. Во-вторых, в рок приходят исключительно люди, которые вот хотят гореть сердцем в жизни, вот, изменить этот мир, изменить людей, изменить все к лучшему. Настоящие бойцы именно приходят в рок-музыку. Поэтому я желаю вам удачи, главное – вдохновения, радости вот здесь вот. Вот, и никогда, никогда не сдаваться. Приказ 227 никто не отменял, джедайский, да? Так что вперед и только вперед. Не можешь бежать – иди. Не можешь идти – ползи. Не можешь ползти – ляг головой в сторону цели с козой. Все, удачи вам в бою.